Сотрудники Центра гражданской защиты Одинцовского городского округа в рамках профилактической операции «Безопасность» провели учебные занятия для детей в Немчиновке. Ребятам объяснили, чем опасен трендсерфинг, более привычное название – зацепинг. Эти и другие экстремальные увлечения молодежи часто приводят к несчастным случаям, подчеркнули спасатели. В завершении занятия они напомнили общие правила безопасности на железной дороге и показали видеоролик об опасностях подобных развлечений на транспорте.